нашу жизнь стремительным путем входят высокие технологии. Одним из них является метод рентгеновской компьютерной диагностики. Что позволяет этот метод? Вообще он основан на классическом рентгеновском изображении, когда через тело человека проходят рентгеновские лучи и обратно, скажем так, простой пример. Трубка, тело человека, здесь детектор. Через тело человека проходят лучи и на обратной стороне фиксируется изображение. Здесь принцип, грубо говоря, тот же, с одним единственным отличием, что постоянно вращается рентгеновская трубка, и именно поэтому формируется объемное изображение, которое мы видим на компьютере. Показаниями к этому методу является, грубо говоря, абсолютно все. Если доктора смущает, например, после УЗИ, он что-то пропальпировал, нашел у человека, что-то ему не нравится, направить на КТ, и почти, скажем так, с 90% точностью можно выставить диагноз. Для того, чтобы, скажем так, еще больше углубиться и с большей точностью называть, что с человеком, называть природу его заболевания, есть контрастные исследования. Для этого совместно со сканированием подключается в вену катетер и вводится внутривенное контрастное средство на основе йода. Мы используем высокотехнологичные современные препараты с минимальной степенью побочных эффектов. Абсолютным противопоказанием к исследованию будет являться беременность. Но даже в таких случаях, бывали случаи в мировой практике, что, например, ДТП, когда имеется жизненно угрожающее состояние именно матери, может выполнять исследование даже при наличии плода. Здесь уже решаются вопросы, чья жизнь в приоритете. На контрастные исследования противопоказанием является абсолютная непереносимость йодсодержащих препаратов. Иначе может развиться анафилактическая реакция, шок, и потребуется оказание неотложной помощи. Относительным противопоказанием является клаустрофобия. Как видите, размеры, в принципе, не такие, как в МРТ, да, в большой этой трубе. Поэтому это относительное противопоказание. Человек, как правило, лаборант с человеком поговорят, успокоят, и он спокойно проходит исследование, не боясь ни за что. Наш рентгеновский томограф 2021 года выпуска, Вентум 128, производство Республики Беларусь, фирма Адани. Он работает на базе нашей больницы с 2022 года. За это время мы выполнили порядка 15 тысяч исследований, что внушительно. Из них около 3500 с контрастированием, это около 25%. Основная масса пациентов, которые за нами закреплены, это онкопациенты. Это все городские поликлиники города Гродно, в том числе несколько клинических больниц города Гродно. Подавляющее число патологий – это, к сожалению, онкопатология. К нам приходят обследоваться как люди с первичным заболеванием, то есть для них КТ, скажем так, либо исключает, либо подтверждает заболевание. В том числе, также приходят люди с уже установленным диагнозом. Для них наша методика – это, скажем так, контролирование их процесса лечения. Кроме рутинных исследований КТ всего тела, вот, например, брюшная полость, грудная клетка, малый таз с контрастированием, наш аппарат имеет возможность также выполнять КТ-исследования ангиографические, то есть сосуды. Это нижние конечности, это аорта, сосуды шеи и головного мозга. Также не так давно у нас прошло на базе больницы обучение персонала нашего коллектива на исследование КТ сердца. Это достаточно высокотехнологичная процедура. Мы провели самостоятельно несколько исследований. Иногда просим наш кардиоцентр, скажем так, подсобить, чтобы они нам направляли пациентов для того, чтобы это приживалось на практике. Потому что в перспективе это будет достаточно востребованное исследование с наличием в городе Гродно такого центра, как кардиологический.